Так, добрый день всем. Вот оставлю на своем канале бинокли, маньки и все остальное. Все снаряжение, все оружие, все видно. К субботе я это все поудаляю и перенесу мое видение в Facebook, туда загрузить ВКонтакте, в Одноклассники, но буду я грузить на хостинг Vimeo, есть, знаете, такой. И в ноутбук, в Facebook и везде вставлять ссылку просто на видео. Вот и все. Проще. Почему? Потому что, не знаю, как он себя покажет, если грузить на Facebook эти все видео, там тысяча с хвостом их. А на хостинг Vimeo есть там ограничение, там, не помню сколько-то, 5 гигов в неделю или гиг в неделю. Ну, буду по 5 видео грузить. По крайней мере, не знаю, пока с этого хостинга ничего никуда не пропало. Вот. И вот такой телефон заказал маме. Оригинальная упаковка, гляньте. Плумбы, голограммы. Я прям удивлен, сколько я с Китая заказывал телефонов. Такого не было. Обычно приходит там кейс какой-нибудь, футляр, а здесь вообще... Вот, фирму я заказал однозначно Blackview, модель здесь у нас А20, хотел заказать А30, но цены у нас там скачут, был он 4700, стал он 6 с хвостом, потом посмотрел, аккумулятор там хуже, камера немножко лучше, и в принципе это будет ее первый сенсорный телефон, если она его не освоит, то не нужен пока ей дорогой. Вот поэтому решил заказывать такой. И получил уже чехол к нему, уже все как бы. Сейчас я открою. Так, отрезал я вот эти пломбы. И, собственно, сам наш телефончик. Большой, хороший телефон. Знаете, в принципе, другого и не надо. Гляньте какой. Я только вот не пойму. Продавец меня надурил, я заказывал золотой, а он мне прислал черный. Вот за это дело он поплатится сильно. Так, вот я его открыл. Я заказывал золотой, а он мне прислал черный. За это дело он поплатится головой, потому что женщине... Черный. Причем я заказал под золотой чехол. В общем, негодяй. Ладно. Мы с ним разберемся. Зарядная. Шнурок. Он же идет и для компьютера. Ее такая тоненькая инструкция. И все. Ну, как всегда, в общем, такой буклетик. Так, это у нас на английском. А это у нас вообще на каком-то, не пойму, камера. Все на английском, короче. И внизу еще вон арабский есть. Русского нету. Ладно. Хорошо. Нету и не надо. Так, как бы ее теперь сложить? Так. Вот. Что, собственно, по телефону? Хорошая фирма. Я почему ее выбрал, потому что хорошие отзывы, это оригинальный Китай, это не какой-то там левачочек. Так, модель. Где здесь цвет? Модель, модель, модель. Чтоб сфокусировался. Цвет голд, но во вложении черный. Ну здорово. Ладно. Так. Включить, наверное, не включится. Там у нас аккумулятор с защитой. Так. Сейчас мы его туда достанем.
Знаете, такой чехольчик классный. А, елки-палки. Это я торможу. Это чехол черный. А он сам золотой. Вот жесть, жесть, жесть. Ну, мой косяк. Так. Что по телефону? Сейчас посмотрим, что тут хоть в нем есть хорошее. В принципе, я говорю, пока она освоит Android, потому что это первый ее телефон. Если понравится, тогда уже есть смысл брать подороже. Здесь опять, видите, заклеена у нас вот эта вещь. Вот. Аккумулятор, в принципе, тут 3000 ампер. В А30 2500 ампер. Считаю, что это очень мало. Вообще тут аккумуляторы должны хотя бы 4000 быть ампер, потому что на вот такой экраняху он жрет зарядку неимоверно. Поэтому, ну, считаю китайцы необходимым положить сюда 2000. Не понял. А, включается. Ну что, это чехольчик, гляньте, какой мягкий, классный. Я, в принципе, доволен. Вообще классный чехол. Получается, конечно, он черный, но ничего страшного. Запускается наш Android. Звучит классно. Полифон классный. Вот он, динамик. Вот он. Сейчас. Не. Мне английский. Экранчик отзывчивый. Пленку еще не снимал. Нормально. Россия. Русский. Не понял. И как я тут должен подтвердить, что я в России нахожусь? Польский, словакский, русский. Все регионы рекомендуемые. Дальше что? Да. Вообще, сенсор, это хорошо, но... Ага, тут надо еще... Вот так надо было еще пропустить. Wi-Fi тоже пропустить. Есть у меня тут Wi-Fi. Вот он мой Wi-Fi. Подождите, так что это у нас? Дата и время. Это у нас январь 18-го, нормально. 8-е. Только я не пойму, понедельник. А чё? А, 18-й, тьфу ты. У нас же 19-й год, думаю, чё понедельник-то? Январь 8-е, вот. Время. Время у нас сейчас 15. Ну, тут где-то... Ох, 31, да угадал. Далее. Ну, чтоб указать. Ладно. Не сейчас. Идите вы все равно пропустить. Хватит уже. Принимаю я все. Давайте уже меню. О. О. Ну и все. Как симку, конечно, бы. Чего она дергается-то? А? Это он мне показывает, что вы туда пальцем проведите. Вообще, на самом деле, телефон умный. Здесь очень хорошая камера. В принципе. О, видите, как сфокусировалось четко. Этой камеры выше крыши. Там есть, конечно, и 13 пикселей, и больше вот А30, да. Ну, не знаю. Хватит и этого. Вот здесь есть и вспышка, и
Вот камера есть для скайпа фронтальная. Так. Это у нас сообщение. Здесь, видите, стрелочка не вот там, где мне привычно, а вот здесь. Приложение, галерея, музыка, контакт. Я не знаю. А, вот так тут, вверх-вниз, да? То есть все. Вот это еще разрешение, это просто... Ну, здесь ничего нету, естественно. Чтобы такое показать, ну-ка. Батарея, сеть интернет, хранилище, специальная возможность. Все, здесь есть сканер отпечатков пальцев, то есть здесь это все настраивается. Память, сюда флешечку поставим, и все будет отлично. Флешечка у меня есть. Так, знаете, я сенсоры, конечно, так себе, да. Во-первых, вот этот лопух, это реальный лопух, он здоровый, он огромный. Во-вторых, мне нравится, очень отзывчивый, вообще, очень отзывчивый сенсор. Знаете, были у меня... Ну, телефоны там и планшеты, где вот там. А давайте мы сейчас на YouTube зайдем. Русский. Ну что это за вот это вот? Ну, зачем мне указывать мой номер мобильного телефона? YouTube Home. Есть тут какой-то браузер есть. Вот, отправлять статистику. Пропустить. Так, сейчас мы... я сейчас пароль не введу от Wi-Fi, ладно. Бог с ним. Ну, вот так вот выглядит Google. Не знаю. Телефон мне нравится, реально. Фирма достойная. Продавец все отправил. Здесь заводские... упаковка, все, как бы, камера. Камеру я показывал вот эту. И вот тут где-то бы еще бы найти бы, где она, эта вспышка, где она переключается на другую камеру, на фронтальную. А, вот так. Это то, что я открывал. И закрыть. Ну, где-то там есть переключение, но камера... Вот, приближает, гляньте, четко вообще вот. Вот, собственно. О! Переключил. Вот, переключается. Где? На другую камеру. Элементарно. Клац. И эта камера. Ну, вообще, не знаю. Нет у меня вопросов к телефону. Очень отзывчивый сенсор. Посмотрим, как будет дальше. Здесь много настроек. Здесь можно будет много приложений установить. Я думаю, вот этот телефон, он стоит своих денег. Посмотрим, конечно, как он себя покажет. Ну, не знаю, я вот вижу нормальный, реальный. А, вот тут и голосовой поиск есть, гляньте. Ну, интернета нет, ладно. То есть можно все навороты, я думаю, тут есть настройки. Если чего-то не хватает, можно установить. На 1% у нас батарея упала, пока я его класал. Так. Нет. Вот и знаете, есть еще удобная вещь, когда датчик приближения к уху. Вот. Что-то он реагирует на стройки экрана, обои. А ну-ка, что тут у нас с обоями? Нет фото, да? А ну, галерея. О!
Гляньте, какие обои классные. Все. А, блин. Эй. Подтвердить же надо же. Установить как обои. Вот же ж, главный экран. Я ж торможу. О, гляньте. Ну, не буду долго говорить. Классный телефон. Все мне тут нравится. Пожалуйста, поворот экрана сейчас сработал. Только что. И назад не хочет. Что у нас вверху есть? Вверху.